Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Здесь вот Ибн Умар каля: «Усалли кама раайту асхаби юсаллун. Ла анха ахадан юсалли билейлин ва ла нахарин ма шаа гайра алла тахарау тулу ашшамси ва ла гурубаха». То есть да, я совершаю молитву, как видел других совершающими ее. Никому никогда не запрещаю молиться ни днем, ни ночью. Пожалуйста, человек что хочет, какие хочет молитвы, те совершает. Единственное, не нужно нацеливаться на восход солнца и на заход солнца. То есть это те периоды, когда нет. Да. Но и в других хадисах еще упоминается истива. То есть вот здесь вот как раз имам Аль-Аскаляни дает, ну, объединяет несколько хадисов, информацию дает, что والحاصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة. То есть если подвести итог относительно молитв, в которые нежелательно, относительно времен, промежутков времени, в которые нежелательно молиться, то их пять. عند طلوع الشمس во время восхода, عند غروبها во время захода, بعد صلاة الصبح после фаджра, بعد صلاة العصر после عصر وعند الاستواء и когда солнце в зените. Вот это как раз те времена, когда нужно стараться никакие молитвы не совершать. Когда зенит – это самая высшая точка расположения солнца, когда она сходит с этой высшей точки, как раз начинается время молитвы Зухр.